Всем привет! Сегодня у нас влог. Поздоровайтесь с Хлоей. Мне сегодня такая чушь приснилась. Мне приснилось, что в маленькую собачку... Во-первых, то, что из холодильника достали какого-то краба, который, типа, нормально переносит заморозку, то есть он был все равно живой, несмотря на холод в холодильнике, в морозилке. И он в таком же состоянии бегал. Потом каким-то образом этот краб залез внутрь собачки, как паразит. Потом он из нее вылез. Потом краб долез до какого-то маленьких... там какая-то еда лежала. И он ее, типа, кушал. Потом обратно в собачку залез. И потом мы не могли вытащить его из собаки. И я помню, что я там, типа, бегала, переживала. Типа, из разряда, почему всем пофигу? Ну, собачка же не доживет, не протянет. Ну, короче, вообще... Че попало? Потом мне снилось, что мы купаемся в океане. И я вот встретился со своей вот этой third cousin. Там, типа, троюродная или четвероюродная сестра. И мы с ней, типа, познакомились наконец-таки, увиделись. И вот мы купаемся, я там смотрю на дно. Она мне там еще сказала, что ты, типа, не умеешь купаться. И я ей там доказывал, что я умею. Но не в этом суть. Суть в том, что мы, короче, купаемся. Во-первых, я вижу каких-то, как типа, хаски, только подводные. И они вот, типа, пытаются прыгнуть и, короче, не достают со дна берега, со дна до той части, где мы сидим. Ну, типа, берег, и вот так вот резко вниз, и там дно. Вот, и они там вот на дне этом бегают и пытаются, типа, прыгнуть. И тоже, опять, странная ситуация, типа, они же могут плавать по воде. Но почему-то они видели себя в воде, как будто их гравитация тянет вниз. Но не суть. И вот, короче, до одной точки они допрыгнули. И одна из девочек, там тоже, ну вот не моя двоюродная, троюродная, четверкоюродная сестра, а одна у меня, причем знакомая из Москвы, Алена. Она такая, типа, мне эти собачки ничего не сделают. Вот, короче, там сначала собачка это кусать начинает. Но она говорит, что, типа, это нормально. Она, типа, знакомится так. Но потом, короче, вроде бы они ее перестали кусать. Там вторая появилась. В итоге потом их она обратно туда скинула. Короче, вообще как-то странная штучка. Ну, как-то так. То есть, ребят, сейчас будем вставать. Блин, надо бежать. Прям меня это бесит. Вот когда меня подгоняют... Короче, мне сейчас Настя сказала, что надо в 2:40 мне уже у нее быть, а сейчас... Блин, у меня телефон тут. Но у меня есть второй телефон, так что мы сейчас на втором телефоне посмотрим. Сейчас 2:20, то есть у меня меньше 20 минут, чтобы успеть в душ сходить и доехать до нее. Окей. Ну все, девочки, я побежала. Так это еще с учетом того, что мне надо побриться. Ну, я хотела побриться, но, наверное, уже не успеваю. Ладно, короче, все, девочки, включаем душ. Ай, не увидела, что направлен на меня. Так, все, тут уже я останусь наедине. Увидимся через 3, 2, 1. Душ, насколько возможно, быстро принял. Просто вообще, а у меня срач дома. Ну ничего, ничего. Сейчас я быстренько одеваюсь и уже надо бежать. Кстати, уже видите, вот эти штаны застегиваю аж до сюда.
последнее время полюбила вот всякое вот такое черное носить. Ты чувствовал, когда тебя ждут, а у тебя есть время потанцевать. В башке просто какая-то шушера. Такси уже подъехало. Я несусь, как сучка. Так, надо на башке что-то сделать. Я вот не знаю, с какой стороны он. Секундочку. Все, я, короче, в машине. Сейчас еду к Насте. И сегодня, по идее, мы должны приехать в какой-то русский, господи, ресторанчик. Не знаю, поедем или нет, но Настя меня торопит. Поэтому давайте уже, наверное, сниму что-нибудь оттуда. Блин, мы, короче, застряли тут немного в этом, как его, господи, небольшой трафик. И в итоге я опаздываю. Настя мне там пишет, типа, где ты, где ты? Так что вот так, девочки и мальчики, понимаете, вот пытаешься быть вовремя везде, а не успеваешь. Но я вот, по сути, вот буквально реально от ее дома в... Ну, тут пешком дойти минут 5, может, быстрее. А я вот жду. Так, ребят, короче, остановились мы в ресторане «Оазис». Тут вот такой фонтанчик. Короче, прикольненько. Спасибо. А это какой компот? Ягоды просто светлые. Компотик вкусный. Так, 5 лет спустя кушаю борщик. Ребятушки, только приехал домой, время уже 1:30, наверное, даже 2 уже доходит. Сейчас себе вот разогрел вот такую вот штучку, выглядит как какашка, но это что-то из бобов. Ну, то есть это котлета вегетарианская, вот, там типа бобы, неважно. И... Что хочу сказать, вот когда мы приехали в тот ресторан, я там тоже особо ничего не снимал. Там начался такой ливень, ну вот вы видели, наверное, видео, с, вот как мы ехали, я там тоже все без звука сделал, потому что играла на фоне музыка, авторские права, здравствуйте.
Вот, поэтому как-то так. И потом там тоже перестал снимать, потому что мы приехали в другое заведение, где музыка играла, диджей громко. Но это не клуб, это типа... Ну, я не знаю, как объяснить. Но это не клуб, но там играет диджейская музыка. То есть можно покушать, выпить. Называется Барсека. Вот. И вот сейчас уже вернулся домой, хотя мы еще потом заехали к Насте, там посмотрели фильм, сериал. Вот. Но сейчас вот уставший вернулся. Завтра еще выходной, поэтому завтра планирую сделать стирку, потому что уже нечего одевать. Я вот не знаю, если Настя напишет, может еще куда-то съездим покушать. Но пока вот планы весь день быть дома завтра, стирка и так далее. Ребятушки, вот сразу тут вот долг и кэш. Ситуация немножко изменилась, стало чуть получше. Но могу сказать, что за следующие 2 недели, возможно, ситуация снова немножко будет похуже. Но уже не так хуже, как до этого. Потому что следующую неделю у меня беззарплатная, а уже на следующей второй неделе, да, мне надо оплачивать квартиру, то есть там тоже особо я ничего отложить не смогу. Наверное, даже, наверное, ситуация чуть-чуть получше станет в апреле. Но уже в любом случае долг на работе стал меньше, меня это радует, и больше ничего мне не нужно. А в апреле полностью долг рабочий закроется, поэтому все супер. И всем желаю хорошего дня, вечера. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.